У господина Усатова другой очень сильной партии. Я считаю ее достаточно перспективной. Я думаю, что после следующих парламентских выборов она не только будет в парламент, но скажет определенное слово в период после выборов, в период формирования органов власти. Так в этой партии совсем другая ситуация, чем у предыдущих две. Рената Усатов практически находится в изгнании, и, к сожалению, власти применяют те же методы работы, которые мы не раз видели их в действии, когда к оппонентам. Я не берусь строго судить, что это чисто политический процесс, но исходя из того, что заявляет господин Усатов, из того, что представляет его адвокаты, есть серьезные мотивы подозревать, что это именно так. Но, конечно, в конечном итоге не мы те, которые решаем что-то, но мы просто имеем все основания делать такие выводы.